Добрый день, уважаемые коллеги. Ну вот сегодня прошел первый день Московского съезда эндокринологов ежегодного. В этом году 11-й по счету съезд. И у меня такое впечатление, что рекордное число участников на этом съезде присутствовало. По крайней мере, в зале не было ни одного свободного места. Организаторы заявили о том, что 450 человек зарегистрировалось с утра на научных конференциях, и еще столько же приблизительно человек следят за съездом онлайн. Я думаю, что проведение таких мероприятий имеет очень важное значение, и особенно в наше время, когда достаточно сложные процессы происходят, в частности, реформирование здравоохранения. Я думаю, что не секрет, что достаточно большие изменения произошли, в частности, в московском столичном здравоохранении по сокращению кадров, по оптимизации работы. И, наверное, сегодняшний съезд, он как раз очень вовремя проходит, потому что на этом съезде обсуждаются самые передовые технологии, самые передовые возможности по лечению больных с сахарным диабетом. К сожалению, количество больных неуклонно растет, и каждые 15-20 лет их количество удваивается. Фактически мы видим, что число врачей, занимающихся этой патологией, сокращается. К сожалению, констатируем этот факт. Значит, мы должны тем более думать о оптимизации нашей работы. Ну вот то, что сегодня мне удалось посетить, это заседание, где обсуждались новые классы препаратов, имеющие принципиально новые механизмы. И это касается и препаратов инсулина, и таблетированных сахароснижающих препаратов. Появились новые возможности комбинации этих препаратов. И, наверное, отрадно то, что сегодня появляется в мире, есть возможности использовать российским врачам. То есть мы буквально отставание от ведущих западных стран. У нас, я имею в виду, по появлению препаратов насчитывает там 5 или 6 месяцев. И поэтому, конечно, для нас очень важно не только, что препарат зарегистрирован, но и знать, чтобы широкие массы врачей знали, как ими пользоваться, каким категориям больных назначать эти препараты, какие оптимальные комбинации использовать. Ну, пожалуй, вот то, что сегодня произошло, я считаю, что самое важное, это как раз вот именно вот эти аспекты. Спасибо.